Наводить порядок в городе вышли десятки самарцев. Особенно много людей собралось на набережной. Склон площади Славы приводили в порядок чуть больше часа, и результат сразу заметен. Мы все живем в этом городе, и мы отвечаем за его чистоту и, в принципе, за хорошее настроение, которое мы дарим людям. Если будет везде чисто, то человек будет выходить, и сразу у него будет хорошее настроение. В день общегородского субботника набережную украшали молодыми деревьями. Сотрудники нотариальной палаты высадили аллею из 23 саженцев. События приурочили к 150-летию российского нотариата. В акции приняли участие губернатор Николай Меркушкин и глава города Олег Фурсов. В море очень мало каштанов. Мы сажаем. Где? Будем в парке, в загородном парке. 28 числа. Каштаны? Да. В день генеральной уборки новые деревья появились и в парках города. Даже сильный дождь не помешал депутатам городской думы высадить в Струковском парке с десяток елей. Хоть погода и прохладная, но специалисты говорят, для роста деревьев это то, что надо. Это уже не первая экологическая акция депутатов. Наводить чистоту народные избранники приходят сюда каждый год. Традиции продолжены. И мне очень хочется призвать всех горожан, чтобы месячником по благоустройству благоустройство нашего города не закончилось. Чтобы этот процесс продолжался, и мы постоянно смотрели за тем, в каком состоянии находится наш город. В общегородской субботник произведен первый пробный пуск фонтанов. Всего их в городе 33. На техническую подготовку ушло несколько месяцев. Фонтан у бассейна ЦСКА ВВС считается одним из самых сложных. Здесь 5 двигателей, почти 300 светильников. В проверке готовности принял участие глава города Олег Фурсов. Пробный пуск прошел успешно. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов. События.